Друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале будет своеобразный челлендж. Я буду подбивать мяч вверх, и он будет как свеча опускаться. И я должен его чутенько на ножечку опустить. Все очень просто, но мне нужен человек, и я один это не смогу сделать. Поэтому там где-то ходит парень, сейчас я его найду, и он будет с нами вместе это делать. Итак, я вижу какого-то парня. Сейчас я подойду к нему, спрошу, может он или нет. Эй, дружище, стой! Стой! Привет, слушай, не хочешь поучаствовать в челлендже футбольном? Да. Ты готов? Ты готов? Отлично, здорово! Все, круто! Ребят, смысл очень простой. Мы подбиваем мяч вверх, и потом просто нужно его остановить. Принять как угодно, грудью, бедром, ногой, как угодно. Можно продолжать чеканить. Самое главное, чтобы мячик далеко от вас не ушел. Главное не обосраться. От меня, от кента, которого я нашел на улице. Вы сами все видели. Вот. Все очень просто. Поехали. Первый блин комом, поэтому поехали дальше. Не понимаю, блин. А, братан, где такие бампы нахватил? Да, братан, ты вообще, ты по адресу позвонил. Ребят, в общем, есть такой отличный магазин, называется Footroom. В инстаграме вбиваете, все, сайт у них все есть. Красивые бампы, мячи, все, что хотите. Сейчас, прямо сейчас я позвоню в магазин и попробую заказать отличнейшие, супер мягкие, супер вообще, просто вот, забивать голы только, бутсы. Вот. 3, 4, 5. Так, футрум, ага. Алло. Алло, да, добрый день. В смысле, пошел нахуй. Я, короче, жду на месте, вы знаете, где я. Мой размер знаете, все, я жду. Спасибо. Угу. Ну, я на сзади посадил и говорю, короче, такой, типа, ну, либо ты сосешь. Братан. Либо... Что такое? Посылочка. О, ребят, посмотрите, что произошло. Сейчас футруму нам прислали новые. Ого, какие они красивые. Пожалуйста, посмотрите, это же... Да, это БУ. Я заказал БУ, очень хорошая модель, новая. Но ничего, у них есть не БУ, у них есть все новое, все топовое. Поэтому заказывайте на footroom.by, заходите в инстаграм, все, что хотите. Все, у них все есть. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да будет Йода с вами. Все, пошли нахуй, короче. Не получилось. Не фартануло. Блин, ребят, на самом деле я понял одну вещь. У меня вообще не получается с футболом, даже с этим приемом каким-то. Поэтому я понял, что мне придется закрыть канал, и я ухожу в монастырь. Пока. Илюх, ну подожди, ты еще молодой, у тебя все получится. Блин, ребят, ну если вы поставите лайк и комментарий напишите, то я останусь, конечно, буду делать для вас контент. Я пошутил. Ничего страшного, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки, все. Ну ты конченый. Что это было? Что это было? Где? Ну, там. Пас на ход, в разрез, в одно касание, без обработки, бля. На месте учился на видеоролике. На, серьезно? Азмун сейчас похлопал. Азмун. Фирменная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Азмун. Умеешь? Заготовка домашняя. Третья, домашняя. На ход! Гол! Ребята, это вот было только что, как будто... спецназовец выпрыгнул с самолета, да, и на парашюте так, пу-бух, и город мяч принял, да, а потом Дзюба ему говорит, бля, братан, это, бля, лучший твой мяч в карьере, вот это поворот. Так радуется, будто 3-0 не проебал только что, на, Дзюба, Азмун, блядь. Давайте, как его,
право тебе даю, блядь, отхватать один приемчик. Ребят, это шанс, божий шанс, что мне позволили это попробовать. Да. Вот, и более я сейчас, я обещаю, у меня все должно получиться. Пожалуйста, напишите комментарий, помолитесь за меня. Дай Боже, у меня получится. Поехали. Спасибо. Просто на лицо. Смолов и Бузова. Все. Поэтому, ребят, сейчас вы посмотрели это видео, это божественное видео. Большое спасибо Иисусу и магазину Футрум. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, нажмите колокольчик, ну всю вот эту вот дебедень. Напишите комментарий, что вы об этом думаете. Пошел пизду. Итак, а сейчас будет наказание для тех, кто не подписался на канал. Вот так вот будет с каждым, кто не подписался на канал, не поставил лайк и колокольчик. Так будет с каждым. Напишите комментарий, поставьте лайк, или это произойдет с тобой. Не смотри, опусти глаза вниз, не слушай, молчи, когда выходит отец, свою тёлку кричит.